Как не потерять мотивацию, если тебе закрыли дорогу к международным соревнованиям? Что нужно сделать для того, чтобы попасть на Олимпиаду в Париже? Об этом и многом другом поговорим с титулованным самарским атлетом Александром Юрченко в программе «Время спорта» на телеканале «Самара ГИС». Смотрите новый выпуск передачи во вторник, 18 января в 19:45.